Що ж, пані та панове, ми продовжуємо і знову на наших червоних диванах чудові гості. І зараз буде дуже-дуже цікава і напрочуд сучасна тема для нашої розмови. Оля, розказуй. Я б сказала, що навіть напружена, дивлячись на не дуже глибоке знання IT-технології, проте все про IT знають наші сьогоднішні гості. Едуард Рубін – один з організаторів першого всеукраїнського форуму з кібербезпеки, професор НТУ ХПІ, а також проректор цього вузу з інформаційних технологій, один із засновників харківського IT-кластеру. І також разом із ним Микита Книж, фахівець у сфері кіберзахисту, керівник проєкту Protect Master. Доброго ранку. Доброго ранку. Перше питання до вас, Едуард. Давайте почнемо з інформаційного приводу, з якого ви до нас сьогодні прийшли. Розкажіть про форум, який присвячений кіберзахисту. 23 октября пройдет первый в Украине форум по кибербезопасности и киберолимпиада. Эта киберолимпиада очень важна, и мы ее проводим первый раз в связи с той ситуацией, которая сложилась в мире, скажем так, да, у нас в стране. И вот буквально недавно нам объявили, что организовывается у нас киберполиция. Да, мы, кстати, эти вещи не связывали. Я так понимаю, что министр внутренних дел услышал о том, что проводится киберолимпиада, и решил подстроиться под нас. Поэтому для чего нужна сегодня киберолимпиада? О киберолимпиаде проводится в мире. И здесь соревнуются ребята, которые, ну не только ребята, у нас, например, участвуют молодые люди от 16 до 33 лет. Да, то есть это школьники, студенты и уже специалисты. То есть люди, которые хотят показать себя и выразить то, как они умеют защищаться или нападать в области, в интернет-пространстве. Сейчас об этом много говорят, много фильмов показывают, кто как защищается, кто что делает. И мы решили провести такое соревнование. Почему? Потому что мы слышим, в России создалась кибервойска, в Германии кибервойска, в Америке кибервойска. В Украине тоже нужны свои кибервойска. А кто будет в этих кибервойсках? Только люди, которые самостоятельно делают. Потому что у нас, например, в Харькове всего 3 кафедры, которые обучают ребят кибербезопасности, информационной безопасности, скажем так. Да? Еще есть в Киеве, во Львове. То есть абсолютно малое количество. Поэтому нам нужно выявлять таких самородков, которые смогут действительно участвовать в этих программах государственной безопасности. Я вважаю, що це дуже важливо на сьогоднішній день. Ви знаєте, я от зараз слухаю, і мені здається, що зі мною розмовляє просто майбутнє. І я хочу трішечки уточнення. Кібербезпека, що це таке? Я думаю, Нікіта розкаже краще. Нікіта. Кібербезопасність – це з точки зрения… Мы рассматриваем кибербезопасность с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения защиты государственных баз данных, к примеру, с точки зрения критических областей инфраструктуры, конкретно информационной, атаки на государственные банки и так далее. Девиз нашей Олимпиады – защищай и взламывай. То бишь… Круто! То бишь, взламывай, но в рамках чинного законодательства. Да, чинного законодательства. Ведь у нас будет… будем так говорить, стендовый взлом. То есть наши хакеры будут тренироваться на готовых, заранее подготовленных моделях. Моделях сайта, моделях баз данных. Скажіть, ну в мене взагалі, як у юзера такого першого нульового левела, була завжди така думка, що кібербезпека, то встановіть антивірус собі на комп'ютер. Що ж, яким чином взагалі оця кібербезпека? Якщо це за війська? З чим вони? З пістолетом, з автоматом? Це дійсно нульовий рівень, коли антивірус стоїть. Все остальное йде більшого рівня. Але я вам скажу, ні, звісно, кібервійська або кіберполіція, це абсолютно не значить, що вони ходять з пістолетами і з автоматом. Автоматами. Это люди, которые вооружены компьютерами, которые вооружены специальными, может быть, даже мобильными телефонами, с помощью которых они могут чего-нибудь взломать или наоборот защитить, до речі, определить. Зараз дуже багатий світ телефонів. Зараз, мені здається, навіть сучасних гаджетів більше, ніж комп'ютерів. Чи можна їх якось зламувати? Чи підвержені вони також атакам хакерів? Абсолютно. Конечно, конечно, подвержены. Конечно, нужно быть внимательным. То есть через ваш телефон могут наблюдать, через вашу видеокамеру могут прослушать, могут наблюдать, что вы делаете. Вот вы смотрите в телефон, девушки обычно там включают
включает зеркало и смотрит, да? И как раз-то да, могут снимать вас и передавать дальше в интернет. Я так розумію, що це також буде входити в обов'язки кіберполіції, таким чином слідкувати за користувачами інтернет-простору українського. Ну ні, звісно, ні, такого не буде. Ніхто не буде займатися. От ми з Нікітою розмовляли до цього, він може привести приклади, чим буде займатися кіберполіція, але точно не слідить за дівчатами. До речі, чим? Смотрите, основной аспект, что киберполиция не страшна обычному пользователю, который смотрит страницы в социальных сетях, лайкает тот или иной пост. У нас, к сожалению, в обществе сложилось на сегодняшний день такое мнение, что новая киберполиция — это будет, как говорят, карательный орган, который будет отслеживать людей, лайкающих, допустим, там какие-то пророссийские посты. Нет, это не так. Новая киберполиция будет заниматься расследованием инцидентов в сфере информационной безопасности. Опять-таки, те же примеры, которые я говорил, те же направления. Это взлом банковских систем, вмешивание в системы дистанционного банковского обслуживания, перехват платежных данных пользователей и несанкционированные операции с кредитными картами. Вот я бы сосредоточился на последнем, на несанкционированных операциях с кредитными картами. В мире хакинга это называется кардинг. Угу. На мой взгляд, это основная проблема, с которой должна начать бороться киберполиция. Потому что в мире сложился имидж, что у нас Ukraine is cybercrime heaven, они говорят, американцы. Украина — это как рай для киберпреступников. На самом деле это не так. У нас просто очень много талантливых людей, очень много людей, которые обізнані у питаннях інформаційної безпеки. І вони так, самовисловлюються, так? Це така творчість. Один із способів. К сожалению, у нас имеются небольшие пробелы в законодательной базе, которые не позволяют привлечь иногда к ответственности за подобные деяния. Если мне не изменяет память, у нас 16-й раздел Кримінального кодексу України, я вибачаюсь, отвечает за преступления в сфере информационной безопасности, и там всего он насчитывает всего 6 статей. То есть, на мой взгляд, этого слегка мало. То есть киберполиции придется столкнуться с нехваткой законодательной базы для борьбы с киберпреступностью. И я думаю, что под создание новой киберполиции люди и наши министры, депутаты, я надеюсь, что создадут все-таки, добавят законодательної бази. Скажіть, а у цій олімпіаді, у кіберолімпіаді, хто зможе взяти участь? Чи наші глядачі можуть приїхати? Чи якийсь тендер, конкурс? Як туди потрапити? У нас вже проводиться конкурс, вже йде регістрація на нашому сайті hackit.ua. Hackit Ukraine. Окей. И у нас где-то зарегистрировано около 200 человек, которые проходят тестовые задания, и по прохождению тестовых заданий будут приняты те, кто их прошел, чтобы мы отобрали уже заранее лучше. Дальше 23 числа в 9 часов начинается регистрация, проходит и будет проходить соревнование, которое будет проходить в Харьков-Паласе. Uh-huh. Да? Это, конечно, не будет футбол, это не будет хоккей, это будут сидеть ребята, которые будут с лаптопами, они там будут зарегистрироваться и будут выполнять задания. Ну, мы постараемся сделать как можно более это зрелищным, что можно сделать, да, вот сидящие программисты, как можно сделать их зрелищным. Ну, мы постараемся. И я думаю, это будет интересно. Также в этот день будет спикер выступать, рассказать о кибербезопасности, о том, в различных аспектах, да, потому что это действительно широкий, это не то, что там с мобильными телефонами, это аппаратная часть защиты, и программная часть, и кодирование сигналов, и знаков. То есть это вообще очень обширная вещь. Если уходить далеко в науку. И в этот же день, кстати, приезжает у нас впервые в Харькове, будет открытая выездная сессия Комитета по информационным технологиям и связи Верховной Рады. Она будет проходить в Харьковском политехническом университете, и мы будем все это вместе. Да? Они будут обсуждать вопросы об e-government, законах об e-government, законах о безопасности, то есть различные аспекты. Это будет такое большое, обширное мероприятие в этот день. А скажите, чи будут переможці у цьому заході? И який головний приз? Да.
В любых соревнованиях есть победитель. Mm-hmm. Соответственно, этот победитель получит приз. Какой приз? Это будет хороший приз. Скажімо так. Я хочу ще повернутися до питання кіберполіції. І, звичайно, для телеглядачів, для всіх користувачів інтернету, все ж таки болючим і актуальним питанням залишається. Чи буде кіберполіція моніторити наші соціальні мережі? Контакт, Фейсбук, Одноклассники, що там, Твіттер. Ну, я думаю, да. Потому что именно в этих сетях, в многих случаях в этих сетях происходят всевозможные коммуникации тех, кто занимается, скажем так, преступлениями. Да? То есть поэтому их нужно выявлять. И там тоже. Ну, я думаю, что здесь больше профессионалы не занимаются вот, кибернападением через социальные сети. У них есть свои, наверное, сети, да? Да. А в основном дилетанты, которые, ну, может быть, тут надо отсекать и, знаете, вот, молодежи объяснять, что соцсети не предназначены для совершения преступных действий. Слухайте, про кіберполіцію, особливо про ту частину, де кредитні картки ви розказувала. Чи зможуть звичайні люди звертатися, як у звичайну поліцію подзвонити, сказати, на мою картку якось напали, зняли з неї гроші? Чи це буде суто якийсь державний такий інструмент, коли величезні суми з державних рахунків будуть зніматися? Чи, да, смотрите, кіберполіція буде являтися частиною Міністерства внутрішніх справ, тобто вона не виноситься як окремий орган. Соответственно, якщо ви прийдете, як от раніше було, в райвідділ, да, напишите заявление, что у вас украли деньги с кредитных карт, это заявление просто передадут в органы киберполиции. Суть взаимодействия граждан с органами полиции от этого не поменяется. Просто сейчас у нас называется милиция, наберут новых кадров и создадут отдельную структуру, которая будет называться киберполиция. Вот именно она будет заниматься расследованием киберпреступлений. При этом форма взаимодействия, то есть подача заявления, остается прежней в любой удобной форме. То есть вы сможете или позвонить, или написать заявление собственноручно. Также касательно мониторинга спецслужбами или киберполицией социальных сетей, страничек в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. Я не знаю, знаете ли вы об этом, но Украина является подписантом и участником так называемой горячей линии обмена информацией в сфере киберпреступлений. Для этого созданы специальные точки обмена этой информации. К примеру, там есть горячая линия FBI 24/7. И, к примеру, если в Украине планировали совершить какой-то там террористический акт, и информация об этом была передана, например, электронным способом, там, будем говорить, письмо от... По имейлу. Или кто-то на Фейсбуке написал, что собирается что-то взорвать. У нас и до этого спецслужбы мониторили и обменивались подобной информацией. Соответственно, в рамках такого взаимодействия и в рамках существующего законодательства спецслужбы всего мира и правоохранительные органы всего мира взаимодействуют и обмениваются информацией. Для простого обывателя в этом нет ничего страшного. Это страшно только террористам или тем, кто пишет призывы к каким-либо радикальным действиям в интернете. Ну, я думаю, что вы, зайдя в полицейский участок заявлением, не увидите там киберполицейского. Да. Робота полицейского там, киборга там точно не будет. И это будет обыкновенный прием документов, а уже сама киберполиция будет находиться в тех помещениях, куда нет доступа. Ну, слово сполучення прийом документів мене надихнуло на останнє питання у нас на сьогодні, і воно буде до вас. Ви є викладачем НТУ ХПІ і саме у сфері IT. На сьогоднішній день Харків є такою кузнею кадрів, дуже багато в нас і IT-компаній, і хлопців та дівчат, які навчаються на когось, хто пов'язаний з сферою IT. Скажіть, як довго ще буде розвиватися саме ринок IT, і чи надовго, скажімо, вистачить такої перспективи по нарощуванню кадрів? Я уверен в тому, що еще, ну, те, кто сегодня родился, они еще успеют стать программистами. И еще этот рынок будет развиваться. Мир переходит такой в информатизационную жизнь. Если раньше была индустриализация страны, сегодня идет информатизация страны. Конечно, информатизация не заменяет выращивание хлеба, производство каких-то вещей, красных диванов. Но все больше это уходит в производство, уходит такое в робототехнику, то, что делают машины. Если вы знаете,
сьогодні станки, то, що раніше були там цілі огромні стани, сьогодні там маленькі станки. І тоді ще останнє питання від мене. Чи може бути така досить реальна картина, як у фільмах про термінаторів, коли машини візьмуть, людей десь у сторінку приберуть, зроблять з нас батареєчки і світ буде жити сам собі без нас? Чи взагалі, з точки зору вас, як спеціалістів серед кіберпитань, таке можливо взагалі? Так, да, можливо. Але я думаю, що наші діти, які сьогодні родились, этого еще не увидят. Але встигнуть стати програмістом. Батарейчка. Да. Друзі, у нас сьогодні в студії був Едуард Рубін, один з організаторів першого всеукраїнського форуму з кібербезпеки, який пройде у Харків-Пелесі. Нагадайте, коли? 23 октября. 23 жовтня. В цю п'ятницю. Так, ось у п'ятницю, якщо ви хочете подивитись, так, або, можливо, дізнатися якісь подробиці стосовно цього заходу, то можна, звичайно, прийти, так, і та подивитись. Да. Так, Едуард Рубін, професор НТУ ХПІ, а також проректор цього вузу з інформаційних технологій. Микита Кніж, фахівець у сфері кіберзахисту, керівник проєкту Protect Master. Дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали, було дуже приємно. Сподіваюсь, що кіберпростір наш буде захищений і наші соціальні мережі також можуть спати спокійно. Друзі, ну а ми з вами переходимо далі. До наступної рубрики не перемикайтесь. Спасибо.